В Люберцах прошел зональный этап всероссийского конкурса «Лучшая дружина юных пожарных». Это ежегодные соревнования среди школьников, направленные на популяризацию пожарного и спасательного дела. Луиза Егиазарян познакомилась с участниками проекта. Стадион инженерно-технологического лицея словно большая тренировочная площадка для спасателей. По всему периметру пожарный инвентарь и атрибуты, без которых не обойтись при тушении огня. Для определения сильнейшей команды все готово. Я желаю каждой из команды, чтобы проявили себя со своей лучшей стороны. Всем вам удачи, только вперед, не останавливайтесь на достигнутом. С победой каждого. За звание лучшей дружины юных пожарных борются 8 команд. Для победы необходимо преодолеть 8 испытаний, где нужно проявить скорость, выносливость и ловкость. У этих ребят опыт уже есть. Прежде чем попасть на эту площадку, они прошли отбор в своих округах. Эти ребята состоят на базе своих школ, состоят в дружинах юных пожарных. Соответственно, на территориях проводятся подобные соревнования. Команда, которая занимает первое место, она участвует в зональных соревнованиях. Конкурсы у нас разнообразные, начиная от конкурса стен газеты и заканчивая комбинированной пожарной эстафетой. Подготовлены все тоже очень хорошо. Соперники равные, это тяжелый бой будет. Хотелось бы хотя бы попасть в тройку лидеров, но главное участие. На самом деле такие конкурсы реально хорошо подготавливают человека к какой-то непредвиденной ситуации в домашних условиях. По итогам соревнований победителем стала команда из городского округа Луховицы. Теперь ей предстоит участие в областном этапе конкурса. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.